Партнер проекта «Лада Центр Пермь» на Спешилова 105. Официальный дилер «Лада» в Перми и Пермском крае. Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Мы находимся на пересечении улиц Уральская и улицы Крупской. Как известно, здесь завершился дорожный ремонт. Ну, идут сейчас только локальные работы. Вот установили недавно совсем ограждение. Это, конечно, здорово, в первую очередь, для безопасности пешеходов. Но что не радует автомобилистов и лично меня? Теперь с улицы Уральская повернуть на улицу Крупской проблематично. Дело в том, что дополнительная секция, зеленая стрелка при повороте, теперь горит не как раньше, 30 секунд минимум. А всего лишь, я лично засекал, 12 секунд. В результате проехать могут только по правилам дорожного движения 2-3 машины. Вот пока горит красный, на поворот на улицу Крупской скапливается примерно 10-12 машин. Вот сейчас они поехали. Мы наблюдаем. Раз, два, три, 4. Пятый сейчас нарушает правила дорожного движения. Как минимум 3-4 автомобиля вновь остановились и теперь будут ждать 1,5-2 минуты. Хотя, по сути, если бы здесь, как раньше, горело бы минимум 30 секунд, то, разумеется, все 10-12 машин проехали бы, и никто не нарушил. Более того, скоро здесь и нарушать-то будет бессмысленно, но если, конечно, у вас немного денег. Потому что совсем скоро на этом участке появятся камеры. Сейчас только, как мы видим, одна палка. Но совсем скоро там будут висеть они. Вот поэтому и нелогично, конечно же, то, что здесь сейчас горит всего лишь 12 секунд. Ну, так не должно быть, разумеется. И вот, собственно, еще одна проблема. Когда стрелка перестает гореть, а автомобилисты еще едут, в это время загорается зеленый для пешеходов, переходящих улицу Крупской. И вот сейчас, конечно, вот этой проблемы нет, но когда, особенно в часы пик, здесь скапливаются люди, они, разумеется, на свой зеленый сразу начинают идти, а автомобилисты, которые, по сути, уже нарушают правила дорожного движения, пытаются быстрее проскочить этот перекресток. Ну и здесь всякое может произойти. Кто-то кого-то не заметит. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, надолго не прощаюсь. Совсем скоро увидимся. Хорошего всем осеннего солнечного настроения. Ну и самое главное – удачи на дорогах. Пока!